Жители домов, запитанных от ТЭЦ-1, проснулись в холодных домах. В Павлодаре проводятся регулировочные работы на тепловых сетях. Об отключении горячей воды горожане были предупреждены. Неожиданностью для них стало отсутствие отопления. В чем причина, узнавала Анастасия Ерш. В ночь с 8 на 9 ноября жители сразу нескольких домов областного центра оказались без тепла и горячей воды. Хотя подрядчики обещали заняться регулировкой сетей сегодня днем. Без горячей воды оказались и некоторые социальные объекты. Горожан успокоили и пообещали в течение дня наладить все параметры. В течение сегодняшнего дня все работы будут завершены, теплоснабжение и горячее водоснабжение будет запущено, параметры восстановлены. Также тепловики утверждают, что отключения отопления не было. Сниженные параметры населения.